Сейчас сделаем хитрую штуку. Интересно, тогда счётся как убийство или нет? Ничего, нет? Ладно, делаем по-другому. Он там задохнется. Какой коварный, а? Так, не плюйся меня. Отлично. Дружище, ты там как? Дальше. Так. Теперь сюда. Железный фундамент, я, наверное, сразу бахну. Видите, вот здесь вот. Вот ничком. Оп. От него уже дальше будем строиться. Проверим возможность строительства. Я бомжара, голод топорыл. Да что ж я такой тупой-то, ну боже мой. Ладно, ладно, хорошо. Раз такая ерунда, я буду тогда ставить. Боже, что я сделал? Я буду ставить шкафы, так чтобы они были не плотно к краю. Что я сделал сейчас, боже мой. Продолжим воровать этого чудесного жителя побережья. Совесть моя более-менее чиста, потому что я там явно не первый, к тому же я ничего не ломаю, а просто выношу через открытую дверь. Так, вот утопник, что там, готов? Не готов? Что, плавает что ли? Да ладно. Непорядок. Тухлого мяска у меня с собой нету, да? Жаль, жаль. Сигнарка Берри, пацан. А, мертв? Прекрасно. И я вроде как и не при делах даже. Сам вздохнулся. Так, смотрим. Так. Такое чувство, что эта тварь все равно не попадает немножко. Ну ладно. Я живой, у меня полный инвентарь плюшек, и надо бежать домой. Так, 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 так. Где у нас тут? О боже мой, что? Серьезно, прям там? Это проблема. Для нас это проблема, блин. Что-то мне везет на хорошее соседство, я смотрю. С этими там лучами добра. Ничего поделать. О, как-то можно было обойти, оказывается. Это проблема. Давай, приземляйся. Так. Ты куда? Стой! Но, блин, ты же шкала не добывается. Как его оттуда достать? Да. Найс. Кашечка. Погоди ко мне, я тебя поймаю. Застрял. Ладно. Сладим из. Мимо. Вот сюда кладем ее. Тут она не ставится. Зашибись. И тут не ставится. Отстой полнейший, ладно. То я теперь могу взять и запиндюрить сюда. А, не могу, да?
Не могу. А, могу. Как-то странно немного, конечно. Будет сейчас выглядеть. Ничего, мне не привыкать. Такой типа замаскированный дофига. Ну, вот так вот. Вот так вот. Вашпе. Вах. Уродство какое-то. Ну, я могу со спокойной совестью сделать кровать и... И все. Так, делаем кроватку. Кидываем обратно лишнее. Пусть тоже здесь валяется. Так, попутно сейчас загрузим на производство еды. Ставим кровать. Если этот чувак туда прилетает чисто огород свой залутать, вот он обрадуется моему присутствию. Ладно, не будем о грустном, будем надеяться, что все обойдется. Мне нужна кровать. Да ты что, на полу необходимо, блин. Давайте делаем деревянный пол, сбегаем. Ужасно. Выглядит просто ужасно. Так, переименовать. Как бы назвать этот домик? Кто там на горе у нас Гринч жил, да? Любил Гринч. Зачем я пришел сюда? Пришел я за тем, чтобы взять с собой файбер стак, пожалуй. Пусть будет стак, чтобы не иметь себе мозг дальше. Картошечка. Тут у нас ничего интересного нет. Кашки, не кашки, семена, порох, шкура. Так, ну что, идем дальше. Ну все, начинаем собирать хрень всякую. Чтобы поймать себе тиранодона, мне надо куда-нибудь подальше улететь. И будет это место как страшный сон. Так, смотрим, сколько я могу сделать. 13 штук. Вот это поворот. Сколько одна штука весит? Может быть, мне 13-й не нужно. Ну ладно, пускай делаются. Я косоруки как-никак буду промахиваться часто. Птички, птички, птички. Птички, 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 птички. Птички, 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 птички. Так, что у меня по весу-то? Не будет перегруза, не? Не должно быть. Птички, 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 птички. Птички, птички, птички! Нету птичек. Птичек нету. Это плохо. Да вижу гору только пока что. Так, что по инвентарю? А, вес наоборот уменьшается. Да превосходно вообще. О! Клиент. Цып-цып-цып. Цып-цып-цып. Иди ко мне, мой сладкий. Давай-давай-давай. Иди ко мне, мой хороший. Сейчас я тебя... приручу. Ты у нас какого левела? Стой-стой-стой. Не улетай. Подожди. Подожди. Какого левела, Вася? Ну-ка, скажи мне. Покажи мне. Ну спустись ты пониже, ё-моё. Какого ты уровня, петух?
О, блин, мимо. Так, спокойно. Спокуха, братуха. На, в башку, все, пошел нахер отсюда. Так, хорошо. Приземляться оно явно не Додо, привет. Привет, Додо. Мне для тебя еды нету, да? Прости, Додо. Пока, Додо. Пока, Додо. Мяско. О, 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 красавчик. Сотого уровня, да ну. Блин, чё я такой тупой? Ну давай, оглушайся, ну. Так, хорошо, это есть. Кидаем вот это дело и наркотики, да, у него загружаем. И теперь чекаем, сколько на сотый уровень нужно, блин, ресурсов, чтобы не охереть. На 50 это рассчитывал, вот на сотый нифига. Час? Не-не-не, Вась, слушай. Конечно, извини. Все дела. Я тебя, пожалуй, лучше съем. Ну, я апнулся заодно. Превосходно. Так, вот теперь попробуем другого приручить, который поменьше уровнем будет. Не хочу с ума сходить из-за ради тиранодона. Выше полтинника я, пожалуй, не потяну. Так, дружище, ты какого уровня? 130-й, да ты гонишь? Чего? Я промахнулся? О, прекрасно. Да, что-то мне не клеится охота на птичек. Совсем причем. Ладно. Что нужно для ремонта, для создания еще одного копья? О, у меня все есть, хорошо. Создам копье одно. Пойду дальше искать птичек. Какого-нибудь адекватного уровня. Мне что, самый маленький на самом деле подойдет. Эти ворота стоят. Что за фигня? В этот раз ворота сразу за воротами. А, домик из ворот. Вау. Это чье вообще? All Stars. Окей. Окей. Ну что, идем искать дальше. Какие-то старые древние руины. Возле которых нет ничего. Заваленный горизонт. Твою мать, это что за говнище-то, а, сука? Ну так и сиди, сука. Охренеть можно.
Я, пожалуй, от него убегу. Потому что я, по ходу дела, ни морально, ни физически к схватке не готов. Что я не отъехал, так и есть. И что я чуть не отъехал. Ну, можно, в принципе, какое-то время тут еще потусить. По большому-то счету. Я ж так особо никуда не спешу, да? Вроде как. Это чайка. Мне нужен птер. Блин, там еще какие-то руины. Тогда, наверное, надо будет слазить, кстати говоря. Такс. Тихо-тихо, они съедобны. Так. Кстати, вот здесь где-то раптор бегал, по-моему. Или вон там. О, привет. Буду тебя мочить живи. Ого, там чувак живет вовсю, я смотрю. Это тебе, блин, и плацдарм для фу, блин. Плацдарм для приручения птера. Чё-то нихера он тут не приручается у меня. То ли лыжи не едут, то ли я ебанутый. Я пока не понял. Эх, сейчас бы до прирученного бы динозаврика. Галки воровать нельзя. Хотя у меня наркотика, в принципе, достаточно, мог бы сотку, наверное, забрать. Для этого надо брать ее все сразу с собой. Блин, это страшно после этого ходить. Ну ладно, чё уж там. Ёбну, значит ёбнут, не ёбнут, значит не ёбнут. Все просто. Какая прелесть, а? Смотрите, какие красавцы. А вот, кстати, мне интересно, они сейчас вырастут, они не будут меня гасить случайно? Это было бы просто эпично. Это растение вроде как мои, но грядка-то не моя. По идее-то. Это все быстро прорастает, на самом деле. Так, зажечь. Достать, запихнуть. Выйти. Блин, то мне жарко, то мне холодно. Что это, блин, за местность такая вообще? Камень нахер, это нахер, это нахер. Тоже нахер. И вот это тоже нахер. Вообще все нахер. Блин, хоть шмотки изучай, а? Серьезно. Вообще, в принципе, могу себе шмотки позволить так-то. До сих как все седла есть в рецептах у меня. Нет, не буду. Не буду делать шмотки, я не буду. Буду воровать их. Мне нужно забрать мясо. Блин, ну пока приготовится. Ладно, пускай готовится само по себе. Я пойду искать птера. Буду его приручать. И улетать нахер отсюда. Блин, камней-то нет, оглушить нечем. Блин. Возвращаемся обратно. Берем камушков. Знаете, балансы надо еще делать, нет? Надеюсь, мне хватит. Надеюсь. Очень нет. Надо взять с собой волокна, так. Он не весит. И надо взять с собой кожи. Этот стак, вот он.
Ну и тогда можно, в принципе, солому взять стак и вообще не парить мозг. Да, 10 этих самых есть запас ресурсов, нормально. Ничего такой тяжелый. А нормально все. Ох, ну что, с Богом. Стараемся не просрать все нажитое непосильным трудом. Честно, спиженное, найденное. Первый сучара ходит после меня. Потенциальный мой убийца. Даже пресекаться не хочу. Отвали от меня. Мне нужен птер. Неужели я так много прошу? Есть все, чтобы его приручить, а птера нету. Все кроме птера. Блять, это обидно. На самом деле. Еще холодно, блин, вот реально же у меня в комнате холодно и здесь холодно. Что за совпадения такие? Давай, бей быстрее, пока не сдох. Все, красавчик. Какие-то плоты, блин, тут все мореплаватели. Блять, холодно. Сука. Это что такое? А, это все одного плоты? Да ладно, нахрена у вас столько плотов-то? Странный товарищ. Промышляет кораблестроение. Че, дубль 2? Попробуем затаймить птичку. Даже если она будет большого уровня. Че такое на дереве там сидит? Я не один это вижу. Что он там делает? Ладно, пускай сидит. Древесный трилобит. Новый вид. А нам нужен пиранодон. Где же он? Додо зато есть. Блин, вот я искал додо, не было додо. Не нужны додо, их полно. Хотя одну, наверное, птичку я с собой заберу. Вот самочку такую пожирнее. Это ты насрал, что ли? Насрала. А, насрал, да. Вот самочка здесь. Не, десятый маленький. А, это свинья нагадила. Там чайка ходит. О, труп человека. Обожаю трупы человеков. The face. Чего? У тебя так много хп, чувак. Зачем тебе так много хп? А чем ты вообще здесь лежишь? Не надо лежать на берегу. О, там акула плавает. Прекрасно. Будет ей нямка. Разлегся такой на берегу. Тут сейчас не пляж, между прочим. Где кончились птеродактили? О боже. Где же они все? Так, вот тут бы раптора не встретить ни мне. Птичка, птичка, где же ты? Где же ты, птичка? Привет, Додо. На. Хедшот. Чем это дело, я вообще не понимаю. Мясо мне не нужно, шкуры мне тоже есть. Дел так и убил. Ну ок, чё. Живодер несчастный. О, еще дуда. Это чтобы согреться. Все, надо идти дальше. Опаньки, синий этот цвет. Наверное, я скоро смогу такие собирать, если уже не могу, кстати говоря.
Нет, по-моему, там с 30. Отвали нахрен от меня. Пошел в жопу. Хоть один, слава богу. Так, или 40-го не подбираются, кстати. Зеленый, 25-й. Или белый, вообще белый с 15-го, 25-го желтый. Да, желтый. Зеленый. Это, наверное, уже могу. Твою мать. Сука, раптор. Не хочу я с ним встречаться. Попробую обойти остров, и надеюсь, меня тут никто не схавает по дороге. Но если он мне придет, пока я буду таймить. Блин, это будет жопа. Надеюсь, обойдется. Сука. А, фу, напугал. Это не раптор, это не так страшно. Да что за херня? Где птицы все? Что за говно? Да до хрена всяких разных хищных динозавров. Пошел нахер. Я не съедобен абсолютно. Я не съедобен. Поддавитесь все нахрен. Ебать, скелет раптор. Блять. Таракан еще лучше. Бью-ка это зеленого луча, может там будет какая-нибудь шмотка хорошая. И вообще любая шмотка на самом деле. Так и сдохнуть недолго. Тропический ливень, что-то не прекращается никак. А, свежак что ли? Да ладно. Ну ладно. Блять. Карна Тауэр, да? Если не Тирекс. Не, Карны, Карны, все верно. Какой Тирекс на острове. Что-то мне прям не прет. О, табличка. А вон и птеры все, да, зашибись. О! Модная птичка, не буду модную делать. Для модная пока маловат. Идем, залутаемся. Так, возьмем только самое необходимое. Только самое. Ничего лишнего. Трубы, ящик для компоста, вот прям. Я без него жить не мог. Говно. Так, выключили свет, все хорошо, идем дальше. Нет бы шмотки выпали, а. Не выпали ни хрена. Так, надо. Это что такое? Диплодок, что ли? Что, выбрать такое место, в котором мне никто не будет мешать. Три костра. Там, походу, деревья все выпилены. А, это кладбище. Это бронтозавр, воу. Что, не забыл? Ладно, мне это не важно абсолютно, мне важно сейчас поймать себя птичку. Птичка, привет. 25 уровень, то что надо. Так. На по башке, на по башке.
На еще. О, готов. Быстро ты. Вот так вот тебе. И вот так вот. Только, блядь, попробуй проснуться. Ну что же. Процесс пошел. Залутаться, что ли, пока вот лежишь. Думаю, я не сильно потеряю. Все, отбегу ненадолго. Здесь это уже стоит, да? Сука! И это свежак. Что за дерьмо? Какой левел? 20-й? Нет. Пошла в жопу. Да отвали ты от меня, блин. А вот спускается луч, да? Слепит, непонятно. Да, вот он. Иди к папочке. А чё, не могу его взять? Пистолет. Сигнальный. Копье. Чертёж топора. Это мы выбрасываем. Это мы выбрасываем. И это мы выбрасываем. Все, прекрасно. Ой, красивый. 15. Самого кошерного нашел, походу. Так, смотрим. А чё, где полоска приручения? Чё так все плохо? Я не понял. Потому что ХП я так мало оставил, что ли, или чё? Я чё-то не пойму. Что такое? Что за крики? Тихо. Непонятно. Тиранодон, вот. Яйцо Додо. Должно работать вообще. Это не яйцо Додо, а в смысле корм из яйца Додо. Говно. На всякий случай мясо запихнем, конечно. Мало ли чё. Сука. Дестройер какой-то подключен. О, народу прибавилось сразу. Ошибись. Ты, блин, переключаться собираешься, нет? О! О! Вот это я понимаю. Вот это процесс пошел. Зашибись. Все, я ничего делать не буду. Пускай сам. Кто там такая... Ах ты, сука, мелкая. Хуй ты корешь? Не ори, блядь. Стрёмно звучит. Давай, давай, красавчик. Сейчас ты у меня будешь прям самый пиздатый птеродактиль на острове. Сейчас все будет. Прям вах-вах-вах. Анжи есть, а? Анжи. Так. Главное, чтобы я не раздавил своим весом. В принципе, веса-то особо и нету, так ничего.
Только камни. На камни выкинь. Сука, заебала мне эта мартышка летающая. Так, вот, вот, ты, да. Ой, нет, в копии мне еще пригодятся. И не его взять, воткнуть в упор, блин, вот это будет смешно. Ну что, я смотрюсь пока немножко. Вдруг меня сейчас терек захавает и все. И снова облом. Фига тут бронтозавров. Нормально тут движуха. Народ живет. Shadow. Слишком яркое место Shadow для себя выбрал. Просто взять только самое-самое ценное и свалить куда-нибудь в глубину острова. Главная проблема будет с самым ценным, потому что я дико жадный. Хочу забрать все. Ну а все я по определению взять не смогу, к сожалению. Так. Сколько можно? Какие-то мартышка. Ладно, пока повтыкаем в карту острова, подумаем, где мы можем обосноваться, чтобы нас никто не ел.